Решение президента не даст уйти самому президенту, заявить о своей отставке. Но окружение Филатов, Шумейко, Шахрай, Чубайс, Козырев, вот этот коллективный Распутин не позволит президенту это сделать. Почему не позволит? Да потому что они останутся ни у дел. Потому что они власть потеряют. И я согласен с решением Конституционного суда. Ближайшее окружение, особенно те, которые готовили обращение, должны не на съезде сидеть. Они должны сидеть где-нибудь рядом с матросской тишине и недалеко не на солнечной стороне. Заканчивайте, Роман Евгеньевич. Уважаемые коллеги, я предлагаю тайным голосованием отрешить президента от должности. Повторяю, тайным голосованием. При тайном голосовании, поверьте мне, даже Глеб Якунин будет голосовать за импичмент президенту. Заканчивайте. Теперь посмотрите. Роман Гумерович, заканчивайте. Президент.